Творческая пауза Псай продлилась более чем 2 года. После выпуска еще одной известной песни «Джентльмен» и дуэтной композиции «Хэнова» при участии Snoop Dogg, южнокорейский рэпер не спешил радовать поклонников новыми хитами. Новый альбом должен появиться в конце сентября. Как он будет называться, пока неизвестно. Однако Псай уже записал сингл «Daddy», который войдет в трек-лист. Песня вполне может стать еще одним хитом, ведь слова написал автор Gangnam Style Ю Гон Хён. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!